отправился из Жигулевска в Санкт-Петербург. Станция Валдай. Путешествием живу, мой друг. Копающегося в мусорке обычного вижу бомжа. С великим тщением добыча, наверное, свежа. 7 дней в неделю он обрабатывает мусорные бачки, чтоб не умереть с голоду, вытирая руками плевки души. Бомжи вынуждены работать и в праздник, хотя это грех. Вознаграждение бомжей, как и у простых. Один смех. Новый попутчик рассказал банально свою печальную историю, доверился к компаньону. А тот вогнал его в лошадиную категорию, обанкротил, лишил состояния, подвел под суд. Жена переживала, родила раньше срока, не спасут! Верховная власть, она лишь может быть беспристрастна. На станции Крестцы мой попутчик, банан студент, жаловался на мизерную стипендию на сей момент. Я согласен, наука обязана просвещать молодежь. Восхвалять добродетеля сегодня не поймешь. А вот и Новгород, светлое явление. Этот город имел народное правление. Когда-то Иван Грозный попрошал одиозный. На что право, когда действует сила? Дороги в ТОС на меня посетили мысли о несправедливости права. Один человек порабощает другого. Это сверхъ обычай нрава. Порабощение есть преступление. Посмотрите на простых людей. Жестокосердечные богачи. Они почти ноги. Божья кара, а все остальное ерунда. Верно, на земле нет праведного суда. Закончилось мое путешествие из Жигулевска в Питер. Ваш покорный слуга, витамин, радищев.